когда я была в стенах Вагановского училища, там, конечно, царила атмосфера постоянной тяжелой работы. Практически на каждом уроке девочки уходили в слезах. Если они поправлялись хоть на несколько грамм, сот грамм, тут же им повышалась нагрузка. То есть была очень серьезная, тяжелая работа. А здесь меня поразило, что к балету относятся как что-то легкое, что-то. И все с удовольствием бегут на занятия. Я одному мальчику, русский студент, который там занимается, я у него так как-то при разговоре с ним выяснилось, что в этот день у него занятия до 10 часов вечера. Я его очень пожалела, он сказал, и он искренне был удивлен, говорит, почему? Это же так здорово, что у нас столько занятий сегодня, что мы можем танцевать до 10 вечера.